God, please, no! 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 Сколько там? $1000. США? Так, может, поделимся? Ага. Ребятушки, всем привет! Сегодня мы заходим за Тигранчиком. И сейчас не пойдем. Хлевчик такой. Короче, вот, ребят, сейчас вот почти зашли за Тигранчиком. Они сейчас выходят, собираются. Короче, думаю, что Тигранчик также возьмет скейт, потому что он обещал взять скейт. Ну, в общем-то, вот. Зато сегодня хоть погода у нас удалась. Хоть более-менее нормальная погода. Сейчас уже покатим в школу, первый день учебы все-таки. Чего скейт не взял, объясняй. Потому что я скейтер. В школьной форме модной. Ой, я поло одела. Пола Бенетон. Где значок? Нет, это Пола Бенетон. Нет, сзади Бенетон. Мне сзади не надо. Ходим. Да без Феликса пойдем. Вон он вылетел уже, смотри. Бандит. Блогер Феликс. Блогер Феликс. Облезшая кошка, как Вероша. Короче, мы находимся внутри троллейбуса, и сейчас Феликс скажет свои ощущения. У меня говно ощущения. Короче, мне приснился сон, что Богдан пошел со мной в класс, и мы сидим на истории, на контрольной, и этот говорит, давай я включу камеру в окна, уроки поснимаем. У нас историк такой жесткий вообще. Такие вот подписчики у меня, дурочки. Короче, ребят, только что позвонила вот эта вот Саша Пивоварова Тиграну. Я не знаю, может, она видела видос там? Я, наверное. Не знаю. Короче, и Тигран вот сейчас скажет, что она ему типа говорила. Она, короче, типа сказала, сейчас придет ее батя в школу и будет разбираться со мной с Богданом. И насчет чего разбираться, даже если это так? Да. Типа, он мне ничего не сможет сделать. Что он мне, типа, что он мне сделает, если, типа, мы ничего не делали? Это тупо бред уже просто. Мне кажется, она просто припугивает. Не, ну мы, конечно же, посмотрим, что из этого всего выйдет. Если что, камера со мной всегда. Да. Что-то на уроке произошло. Этот папа пришел, короче, с этой дочерью. Тигранчик мне что написал. Сейчас будем смотреть, что там случилось. Тигран, о, Тигран. Я вижу Тиграна. Ребятки, короче, я поговорил с ее родителями. Ну и что, что случилось? Короче, все хотят жажды. Пришел ее батя и мама. А батя у нее нормально, типа, поговорили. И что-то ей сказал? Сказал, давай ты не будешь мне приставать, типа, и вы не будете дружить, все такое. Кто сказал? Еще раз. Батя сказал, чтобы ты к ней не приставал? Да, же. Типа... Так, а ты ей объяснил ситуацию все, что она, типа, к тебе приставала, а не ты? Да, и типа, нет. Блин, я запутался. Короче, ее батя сказал, можешь к ней, типа, больше не подходить. Я такой спрашиваю, хорошо, а дружить, типа, можно здесь? А он такой, нет, типа, дружить нельзя. Короче, вот, а потом ее мама говорит, типа, что зачем это все выставлять? А, нет, папа ее говорит, типа, зачем все это выставлять на показ, типа, все ваши переписки, типа, выкладывать видео в YouTube. А я такой, типа, говорю, если вы по поводу видео, то все претензии к Bodies Games. Вы, типа, можете с ним поговорить. Они такие, блин, по-моему, они ничего не сказали, я не помню. Да? Ну все, короче. Камеру убери! Аллах Акбар! Сделай что-нибудь на камеру, и я выложу тебя в YouTube. Даже не знаю. Да, иди вон туда и скажи, можно, пожалуйста, картошечку фри и один гамбургер. Извините, можете дать картофель фри и гамбургер? Я вам заходил, в прошлый раз ничего не получилось. Говорю, в прошлой четверти заходил. Что играем?
Эй, ты чё? Хлящик. А он четвертого раза поставил. Давай, играем. Еще раз. Давай. Он четвертого раза ставит. Видишь, мы ставим, а он потом только доставляет. Видишь? Он вот это дергает что-то. Су-е-па. Ну что это вот? Нормально, он правильно делает. Да это бред. Он су-е. И вот это два раза как будто передернул. У него привычка уже там. Хватит. Давай. Так уже было. Что? Су-е-па. Во, вот сейчас нормально. Давай, что, Данил, сам себе придумай желание. А, ну ладно, я хороший, ничего не буду делать. А, ну все, да-да, давай, я тебе пня дам себе. Да-да. Снял! Обалдеть! Такой идет, такой ладно. Это будет превьюшка! Да я пошутил. Ну я вставлю видео. Ну там твое лицо ж не будет видно, я думаю. Какая разница? Ты у меня так чисто по красоте снято. Ну я думаю. Что ты скажешь? Скажу, я выполнил желание.